явно давали понять, что по возвращению домой меня точно будет ждать какое-то наказание, а если вдруг я откажусь ехать домой и выйду на дистанцию 200 метров и пробегу ее, то, скорее всего, меня уволят с работы, выгонят из национальной команды, и были такие тонкие намеки, что этим дело не закончится. Ключевая фраза стала, что решение о том, что ты должна ехать домой, приняли не мы, это приняли другие люди, нам просто приказано это исполнить. Конкретно сейчас я просто хочу безопасно добраться в Европу, там встретиться с фондом, с людьми, которые мне помогают, принять, наверное, совместно какое-то решение, как дальше мне поступить. Очень бы хотелось, на самом деле, продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне еще только 24 года, и у меня были планы еще на как минимум на 2 Олимпиады. Я не думала пока, за какую страну я буду выступать или продолжу, допустим, выступать все-таки за Беларусь, либо нейтральный флаг. То есть на данный момент все, что меня волнует, это моя безопасность.